Привет, меня зовут Кира, мне 19 лет. Я из города Красноуч, Луганская Народная Республика, Новороссия. Относительно недавно на нашу землю пришел фашизм. Все украинская хунта. Бомбят наши города, бомбят наши дома. И я готова защищать свою землю с мужчинами равне. И сегодня мы сюда приехали просто поучиться стрелять. Лишний раз отточить все свои навыки. Я могу показать, как это делается. Спасибо большое за внимание. Приятно было познакомиться. Пока. Всем привет. Всем привет. Молодец.